Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. И сегодня ко мне приехал вот такой вот портативный твердотельный накопитель от компании Netac. Надеюсь, я правильно произношу название этой компании. Модель называется Z Slim. Это компактный портативный твердотельный накопитель, заказывал его на 1 терабайт. Заказывал я этот твердотельный накопитель на сайте AliExpress, и на момент заказа он стоил практически $100, там 98, что-то такое. Естественно, ссылочку оставлю в описании под видео, переходите и смотрите актуальную стоимость на момент просмотра вами этого видео. Ну, например, сейчас цена немножечко упала, и этот накопитель стоит $91.36 на 1 терабайт. Также есть вариации на... Также есть объем памяти на 250 гигабайт, на 500 гигабайт, терабайт и на 2 терабайта. Итак, давайте произведем распаковочку и посмотрим, что здесь внутри. Итак, поехали. Приходит накопитель просто в вот таком вот пупырчатом пакете, собственно, здесь больше ничего нет. Выглядит коробочка вот таким вот образом. Так, здесь есть снизу пломба. Можно разрезать ножиком, но я вот таким вот образом открою. Вот. Да, здесь именно пломба, как вы видите, с маркировкой. Итак, открываем коробочку. Кстати, по коробочке что? Вот, как мы можем видеть, компания Netac, модель называется Z Slim, Portable Solid State Drive, ну, портативный SSD диск, USB-C, USB 3.2 генерация, до 10 гигабит за секунду, поддерживает скорость передачи, протокол USB 3.2. У меня емкость на 1 терабайт. Подходит для Windows ноутбуков или компьютеров, Mac и Android. С обратной стороны тоже все технические характеристики и тому подобное. Итак, открываем, достаем комплектующие и смотрим. Значит, вот такой вот компактный портативный накопитель. Вот таким вот образом он выглядит. Вот здесь есть маркировка Portable Solid State Drive Z Slim. Серийный номер 1 терабайт. В принципе, все, больше нету ничего. Скорее всего, вот эта вот часть выполнена из металла. Вот здесь маркировка компании Netac. И разъем USB Type-C, по которому все передается. Также идет в комплекте вот здесь переходник с USB Type-A на USB Type-C. Если вы используете, например, этот накопитель с ноутбуками MacBook Pro и тому подобное, там где есть только USB Type-C разъемы, этот переходничок вам понадобится. Так, также идет в комплекте вот такой вот кабель, длина примерно сантиметров 20-25, может 30, и с одной стороны USB Type-C, с другой стороны USB Type-A. Вот так вот сюда устанавливаете и сюда устанавливаете переходничок. Вот таким вот образом я буду подключать к MacBook'у своему. Также идет в комплекте вот такой вот чехольчик из, ну, скорее всего, искусственной кожи или что-то такое. Ну, в принципе, можно сюда установить вот таким вот образом ваш твердотельный накопитель, чтобы он не царапался. И также в комплекте идет User Manual, инструкция пользователя. Ну, собственно, здесь особо интересного ничего не вижу. Вот так вот. Давайте теперь будем подключать этот накопитель к ноутбуку и тестировать скорость передачи данных. Беру накопитель и подключаю его к своему ноутбуку MacBook Pro 16 дюймов в USB Type-C разъем. Итак, вот вижу, есть два индикатора синего цвета, горят, что устройство работает и что оно подключено. И как мы видим, сейчас появился у меня вот здесь вот накопитель Z Slim. Нажимаем на него, нажимаем на пробел, чтобы посмотреть его объем. Итак, объем 1 терабайт, доступно 1 терабайт ровно. Итак, открываем
Накопитель, видим, что он пустой, в принципе. И теперь давайте откроем приложение Blackmagic Disk Speed Test. Выберем вот здесь вот в настройках накопитель Z Slim. Выбираем, открываем его и теперь проверим, какая скорость у данного накопителя. Нажимаем Speed Test Start. Итак, как мы видим, скорость записи примерно 460 мегабайт за секунду, скорость чтения примерно 510-511 мегабайт за секунду. В принципе, достаточно неплохой показатель, как для накопителя, который стоит $100 за 1 терабайт. Скорость, я скажу вам, неплохая, достаточно высокая. Так, все, в принципе, тестирование закончили. Ну, давайте еще протестируем. Вот у меня есть где-то там какой-то фильм. Давайте сбросим его, перекинем его на накопитель. Итак, 12 гигабайт весит фильм. Ну и меньше минуты написано будет скидаться. Я думаю, скинется секунд за 20. Вот примерно 10 секунд уже прошло, и около 10 секунд еще осталось. Осталось 5 уже. И, в принципе, все. Как вы могли видеть, не знаю, я не засекал, но примерно вот секунд 20 скидается файл на 12 гигабайт. В принципе, результатом я более чем доволен. Не знаю, как поведет себя этот твердотельный накопитель в дальнейшем, в будущем. Я буду его использовать, буду его тестировать. При записи немножечко нагрелся сейчас, но я не очень долго его тестировал. Твердотельный накопитель нужно обязательно протестировать, еще будет в реальном режиме, в реальных условиях, чтобы записывать большие объемы на него, стирать большие объемы и тому подобное. Только тогда можно будет говорить про какую-то надежность твердотельного накопителя и тому подобное. Первый же тест показал, что, в принципе, скорость хорошая, емкость действительно соответствует заявленной, ну, объем памяти соответствует заявленному, и, в принципе, компактный портативный накопитель никому не будет лишним. Вот такой вот небольшой обзор на портативный накопитель NetHack или NetHack Z Slim был сегодня у меня на обзоре. Надеюсь, это видео вам понравилось, и вы обязательно поставите лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, кто еще не подписался, и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать никогда мои новые видео. А с вами, как всегда, был я, Виктор. Всем желаю удачи, всем пока-пока. We'll be right back.